Кросс. Стоимость. 4000 фунтов. Редкость. Незаурядный. Опасность. Опасный. Загадочность. Обыденный. Описание. Отдел алхимии Маршал Картер и Дарк представляет вам то, что иногда называют разложением в бутылке. Это небольшой пузырек с маслянистой жидкостью, которая, попав на кожу жертвы, заставляет ее плоть медленно сгнивать за период от 2 до 4 недель, в зависимости от части тела, на которую нанесена. Смерть неизбежна, но не раньше значительного периода невыносимой агонии. В отличие от других болезней с подобным эффектом, ампутация пораженной части не помогает, лишь причиняя больше страданий, так как жертва, став еще и калекой, теряет всякую надежду. Необходимое оборудование. Резиновые перчатки. Меры предосторожности. Не допускайте попадания вещества на вашу собственную кожу. Вы ценный клиент, и мы не хотим потерять вас. Способ доставки. Флакон с веществом будет доставлен вам погруженным в защитный гель в шкатулке, запертой кодовым замком. Отзывы клиентов. Господин Вай из Пекина говорит: это действительно эффективная вещь. Я нанес немножко на шорты гимнаста из команды соперника, и он сгнил снаружи внутрь. Ужасное и захватывающее зрелище. Я не могу никак помочь, но продолжаю посещать его в больнице и любоваться его болью. Только для сотрудников. Хранение. Флаконы должны храниться только при минусовой температуре. Это вещество испаряется при температуре чуть выше комнатной и проникает повсюду. При температуре ниже нуля назначается третий уровень биологической опасности. При температуре выше нуля – первый уровень. Комментарии сотрудников. Я не понимаю, почему эта дрянь так хорошо продается. Я продаю 3 флакона в неделю. Серьезно, кто покупает эту гадость?